Всем привет, друзья! Ну что, вышла игрушечка, продолжение темных картинок. В общем, давайте посмотрим. Это вроде как игра про маньяка. Ну, в общем, давайте не затягивать, начинать. Напомню, что ссылка для помощи в развитии канала в описании под видео, под роликом. Так что приятного просмотра. Погнали! Колесо 80 метров высотой, Джефф. Можешь представить? Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. Кажется, пришли. О, да тут чудесно! Как в рекламе. Офигенно! Ну, пойдем? Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Еще раз? Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Давай не будем ждать до завтра. Оставим вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Вот моя Мари. Во всем видит что-то хорошее. Я приношу Ой. Извинения за то, что напугал и заставил ждать. Надо было кое-что уладить. Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот, распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да, но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. А, молодожены. Это же просто замечательно. Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться. Да,
Сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. Ой, он намного дороже. Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Вы у нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель, врач, художник. У меня много разных интересов. Впечатляет. Можете осмотреться. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей. Так, что из вещей я забыла? Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе? Все тебе скажи. Интересно, что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Мы что, ищем приключений? Возможно. Здесь просто идет ремонт. Вот тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Тихо. Простите. Заблудились? Мы свернули не туда. Комнату ремонтируют. Здесь опасно. Конечно. Мы... Вы, видно, пропустили знак на двери. Видимо.
Нам очень жаль. Мы же не хотим, чтобы вы провалились сквозь пол и разбили голову, правда? Нет. Слушайте, нам очень жаль. Ничего. Я только волнуюсь за вас. Лишь бы вы были целы. Прошу, располагайтесь. Этот номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Жены так себя не ведут. Эй! Ха! В яблочко! Это война. Мне стоит бояться? Еще как. Сдаюсь, сдаюсь. Ладно, ты победила. Ничего не повредила? Только мою гордость. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Что с их анимациями лица? Закрой глаза и встань к зеркалу. Что с их анимациями лица? Это так мило и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Это какой-то ужас. Все нормально? Да. Так. Открой. О, курс изменен. Пудру. Ага. И чё? Управление L. Вон оно как. Это курс то, что здесь он получается ожерелье, а здесь пудреница. Пудра. Ладно. О, Джефф, красотища! Спасибо! Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь прими ванну. Капец, тут анимация, конечно, ребята, ну, просто ужас какой-то. Ага. По-моему, в предыдущих частях анимация была поинтереснее, получше. Если я не ошибаюсь, конечно. Да что ты там кряхтишь? Заклинило. Может, толкнуть посильней? Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. Так, ну, поехали. Давайте осмотримся для начала. Что может быть здесь интересного? Дверь у нас не открывается. Ладно, пошли дальше. Как вы шагаете, такой, вообще, такой, блядь, качок, вообще,
Ладно. Какая-то подозрительная стена. А, хотя нет. Обычная. Ага, сюда все-таки можно зайти. Привык. Спокойно. А что спокойно-то? Недоступно. Типа закрыто. Угу. Интересно, что бы было, если бы все-таки мы не попались? Наверное, он бы ушел, а мы бы просто прошли. И главное, их не напрягло то, что в таком большом отеле никого в принципе нет. Мы шли здесь. Ну и что, шли, и то, и что из этого? Что? Ух ты! Это как это? Нифига себе! Мари! Вот это ловушки-приколюшки. Так. Предметы из инвентаря. А, в смысле ту пудреницу, которую мы взяли. Ну и смысл нам ее. Опачки, это что это сзади там было? Или мне показалось? Что-то с левой стороны было. И в зеркале, по-моему, мужик промелькнул. Это еще Нил? Что? Джефф? Похоже, не он. А, ты решил поиграть в другую игру? Так, ну-ка давай-ка осмотрим. Кто это? Все-таки опасно. Что вы себе позволяете, мистер Холмс? Ну, что вы здесь делаете? Джефф! Я боюсь, он вас не услышит. Вот так вот сразу? Не трогай меня! Но я не закончил. Минус один. Не дергайся. Чё-то чересчур быстро. Так будет только больнее. Так, курс изменен. То есть надо было, что ли, расслабиться, вы хотите сказать? Да ну нафиг. Что? Что вы? Что вы сделали? Да не с той столбом, дебил. Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. По-моему, она уже все. Все в порядке, сэр. Бей его, куда ты побежал, дебил, блин. О как. То есть он просто взял и сбежал. Молодец. Гениальный парень. О, так она, подожди, живая, что ли? Ну-ка. Мари. Капец. Подожди, так он все-таки по горлу уже и резанул. Мари! Что ты орешь, блин? Ты сам убежал от нее, дебил. Ты упускаешь последний шанс признаться ему в любви.
Мари. Нет. Первый пошел. А я сейчас и за ним второй. Гениально. Ничего не сказать. Так, курс изменен. А, отлично. Что-то как-то сильно быстро. Порядок во всем, и все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота! Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте, такая. Послушайте, роскошь. Мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. А вот и начало, собственно, пролог мы прошли. Честно говоря, эта анимация меня здесь просто удивляет. Это просто какой-то ужас. Посмотрим, что дальше будет. Здорово. О, это вы. Долго пришлось ждать? Еще бы. Приветствую в хранилище. Здесь собраны истории. Кровавые, мрачные, жуткие. Я хранитель. Да ладно. Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях. И о том, на что они способны пойти ради искусства. Ну-ка, ну-ка. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнения, страх, ужас. Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю. Время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу.
Вам выбирать последствия. Вам отвечать. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события. О, полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их клали в рот недавно усопшим. В качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Куда страннее, если они будут во рту трупа что находиться? Что ж, приступим. Куда еще страннее? Игра началась. Какое еще место их можно положить? Я буду наблюдать. Ну давай, наблюдай, наблюдай. А мы попробуем... Меня зовут Кейт Уайлдер. О, как. Я магистр криминальной психологии. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Даже когда ты просто говоришь, как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но... Я стараюсь и... Так, я Марк, я изучал фотографии в университете. Мне очень понравилось. Подожди, не сродили, получится, фильмом в духе с камерами поперлись в какую-то заброшку профессия. И там блуждали и искали себе приключения на свой зад. Я много лет занимаюсь светом. Походу, то же самое проблему, будет здесь. Освещаю. Болтать особо не с кем, и главное, что тут скажешь? Надоело быть одной. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Просто, ну, у кого потом будет доступ? Не люблю говорить о себе. Так, я Чарли Лоннет, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Задумка была, по-моему, просто отличная, но... В итоге вышло не так, как я надеялся. А как ты надеялся? Хоть расскажи. Получилось говно, если честно. Мы услышали достаточно. Разве? О, как! Я ведь едва начал, ваша честь. Вы не понимаете. С рождения во мне живет дьявол. Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Выройте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс, был повешен. Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. И пошел там сниматься и всякое такое. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Ну да, походу оно и есть. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Да ладно. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от Божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Ну? Как вам? По-моему, ничего так, нормально. Скандалы, интриги, расследования. Если честно, Чарли, это какое-то... Погоди. Лоннет Энтертеймент. Это Чарльз Лоннет? Слушаю. Можно Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюмон? Вообще-то это я могу помочь вам. Послушайте.
Угу. Предложил, наверное, в его доме что-то снять. Это звучит прекрасно, но я не... Так, не походу, и есть. Но в чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда, в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за. Я приведу их. Обещаю. Все будет. Вы от мистера Дюмета? Мы... Ага. Грузимся, народ. Да, я. Не надо. Прости. Ага. Ладно. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Ладно. Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Ну чего? Погнали! Ура! Юху! Вау! Будет супер! А, кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной топике. Я ни при чем. Да только ты и при чем. Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэга Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Простите за секретность. Но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в топике. Так а что было в топике-то, хоть расскажите. То, что они это без связи остались и без денег, это ничего страшного. Ой, блин, анимация машинки, конечно, просто пиндец. По-моему, эта часть вышла недоделанной. Точнее, вот это вот выпуск этих если темных чувак картинок. Если этот чувак такой богатый, где прислуга? Он нам поможет? По-моему, этот чувак не богатый, это просто маньячело какой-то вас позвал. Ясно, не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Козёл. Ваши вещи сами таскайте. В чем проблема-то? Капец, блин. Ладно. Взяли мужика, водителя обосрали. Что просто. Теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, правда, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Идем. Так. Ну, пошли. Давайте сначала сзади все посмотрим. Что у нас тут осталось?
Сюда зайти можем? Нет, нельзя. Да, все в тумане, некрасиво. Ну, слушайте, ребят, ну реально, анимация и вообще визуал что-то как-то хромает очень сильно. Игрушка для плойки пятой. Самое что прикольное, в настройках выбрано качество изображения, именно качество. Так, что там? Чего, блядь? Ты же на русском должен говорить. А, даже так? То есть водитель их привез тупо... Я что-то не понял, он их реально привез, что ли? В тупик? И все? Мне кажется, они уже должны были напрячься, что куда они приехали в СМИ. Ни лестницы, нифига, просто какой-то заброшка какая-то очередная. Народ, вы где? Идем. Ага. О, тут еще и бегать можно. Однако. Кошмар, как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. О, план не сработал. А что здесь все? Ничего, найдем обход. За мной. Жизнь за хороший кадр? Не вижу ничего опасного. А знак, что можно упасть в океан? По-моему, довольно опасно. Да ну брось, им просто положено что-то такое писать. Ерунда это. Ну, конечно. А я не согласен. Положено что-то такое писать, чтобы не свалиться. Слушай, Марк, я хотел сказать спасибо за поддержку. Какую? Что, за эти съемки? Да за все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Это с кем? Иногда. Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал... Последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Типа того. Да вообще шоу у нас говно, так что ладно, я подумал, давайте честно, съездим. Мне просто хотелось побыть здесь, вдалеке от остального мира, чтобы так, слегка а тут сбавить есть? Темп, привести мысли в порядок. Тут ничего нет. Сбавить темп? Зачем это надо? Да просто расслабиться. Мне этого не понять. А здесь что? Сильный был шторм. Что там в память о жертвах страшного шторма 1 мая 1907 года? В этот день погибло 187 членов экипажа и пассажиров парохода Кассиопея, разбившегося о скалы внизу. Нехило так. 187 человек. За раз. Бегает как-то он вообще, ну, ребят, ну здесь анимация это просто писец, я бы сказал так. Что лицевая, что такая. Ну, какие-то пещеры. Ну и запертые, естественно. А как бабы пойдут здесь? Они тоже вот это все потащат и плюс еще пойдут вот так вот. О! У нас есть зажигалка. Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. А какие возьми проблемы? Возьми пару недель. Разгрузи голову. Спасибо. С монтажом я справлюсь. Сделай, как я. Возьми отпуск. Вот, кстати, удобное управление. На X все. И пригнуться, и прыгнуть, и бежать, и вообще все. Не завалялась случайно нигде? Женат на работе. Женат на работе? И как идут дела в браке? Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо.
Женат на работе. А что смешного? Женат на работе, нормально. То есть человек, ответственно, ему лишь бы работа, а не какие-то бабы. Все логично. Ну-ка, ладно. Ух ты, ё-по-мать. Что это? Манекен стоит, типа, отдыхает. Сука, наверное, манекен, говорит, стоит. Да, скорее всего. Экспозиция, блядь. Блять, видал я такую экспозицию в одном месте, блин. Как говорится. Да залазь ты, не кряхти, блин, как старичок совсем. Высоковато, кстати, забрались уже. Ну давай, давай, пошли. Идешь? Да. Просто смотрю на свет в тумане. И как это впишется в шоу? А куда нам вообще да, надо? Так. Пошли. Нам сюда? Типичный фотограф. Это просто так не выключить. Есть много пересечений между творчеством и работой за деньги. Ты уверен? С Кейт вы как-то не очень удачно пересеклись. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Главное, чтобы работать не мешало. О, а сюда залезть можно. А вот это прикольно. Давно его не обслуживали. А сигнал почему работает? Но туман-то никуда не делся. Теперь тут автоматика. Угу. Ну ладно, в принципе, это тут бумажки поищем, но зато интересно, чисто так для лора. Опачки. Прочитай, пожалуйста. Так, что там у нас? А, последняя идея, человек. В общем, кому интересно, те читают. Кому не интересно, пошли дальше. Так, здесь какие-то бочки и, собственно, все. А что с этой стороны открыть нельзя? Че сюда пришел спрашиваться? Ну давай, давай. Да что ты там разглядываешь? Пошли давай уже. Тут ничего интересного нет. Почтовый ящик. Смешно. Сюда, если почту таскали. Высоковато как-то. Это что, письма или... Или что это такое? А, газета. Закрылся рыбозавод. Как интересно. Ну да. Новость дня. Ну иди, иди. Чего ты так медленно-то? Закрыто. Ладно. Кто бы сомневался? Уверен? Нет. Но надеюсь. Так, что тут интересного? Ага, к обрыву он не подходит. Ну, правильно делает. Скорее всего, там сюда. Ну, пролазь, пролазь. Ой, а чё ты лёг-то? Тут можно было на картах, наверное. Слушайте, реально, но анимация здесь, конечно, да. Такое ощущение, что игра недоделана, честно говоря. То ли не протестировали ее, то ли что, вообще не понимаю. Ну и здесь закрыто по-любому. Или нет? Ага. Ну, прорвались, что ты выпучился-то? Открыли дверь. Что не так-то? Анимация уровень Андромеда, короче. Древняя штука.
Че древнего-то? Открывать ящик. А. Ну давай откроем. Так вот просто. Что это? Какая-то монета. А, собственно, вот она, эта монетка. Смотрите, монета. А кому ты показываешь? Он же уже видел ее. Эй, извини, если кажется, что я придираюсь. Без тебя этого шоу бы не было. Это не так. Я, может, за рулем. В смысле? За рулем Лонет Интертеймент. Но за двигатель отвечаешь ты. Это не так устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял. Так, подожди, а как тебе... А, угу. Да залазь уже. Не понял. То есть надо вот прям четко-четко пододвинуть, да? Так сойдет? А нахера ты сваливаешься оттуда? Что за, блин, за управление дебильное? Наконец. Подумаешь, вошли через окно. Как тебя не посадили? Было бы за что сажать. В заброшки всякие шастают. Боже, что это? Это еще что? Так, а, во. Это походу какая собака. Какая встреча? Какая встреча? Судя по всему, это была собака. И чё, ну встреча и чё. Так, давай-ка вот так вот зажжем. Опачки. А это у нас что? Лодка, камни, взрывчатка. Ясно. Это либо наоборот ее запустить лодку, либо наоборот лодку не садиться. Не взорваться, от камня не... Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить все санитайзером. Че, может, двери откроете? Че вы их не трогаете-то вообще? Боитесь? Блин, как они медленно ходят. И это еще что? Кто-то не любит животных, я вам так скажу. В принципе, никаких. Это что за хренотень? Чучелка. Ёп, блядь. Дёрнулась! Что за херота? Дёрнулась. Механические чучелки животных, это да. Кстати, а где наш напарник, куда делся? Так. Давай, Мэби. Чего? Мамай Муби. Что-то они наполовину, половину по-русски, половину не по-русски. Чего, блядь? Все будет хорошо? И что? Посмотри. Что? О, по-русски заговорил. Точно. Снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на маяк. А, так им туда надо, что ли? О, это за нами. Идем. Это паром приехал. Все, я понял. Просто это какая-то херота, блин. Они приехали куда-то на какой-то причал и все, и заброшены причем.
Это он? Не знаю. Я его раньше не видел. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Я как-то не спросил. Стрёмно. Так, ведем себя хорошо. По телеку видел наверняка или в интернете. В чем проблема-то? Здравствуйте. Не тот ли мужик, который их привез? Я Грантем Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк. Марк. Эрин, Джейми. Дамы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся? Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Так, что там у нас? Курс изменен. Подожди, а там же выбора не было, ответить на звонок, не ответить. И они могли не встретиться с ним? Что-то непонятно. Не Ладно. Стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да, конечно. Мне кажется, это тот же самый водитель, который был в перчаточках и не разговаривал ни с кем. И, собственно, из машины-то не вылазил, и они его в принципе не видели. А включал он запись аудио. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. В смысле, очень к отелю? Прошу. Тут отель, что ли? Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы? Точно? Или это то, что точная копия типа этого здания? Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго, так что осторожней. Интересное начало разговора. Пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь, их принесут. Я не готовилась к вылазке на природу, мистер Дюмет. Нам недалеко идти, не волнуйтесь. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. О, как. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. Ужастиков насмотрелась. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Ну давно, да, ну да. Это типа часа два. Просто иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Да и никто не хочет тебя снимать, я блин, негр. Очень закрытый человек. Конечно, а мистер ты откройся. Тим. Тактичность Кредо Лонит Интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И... мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам правда пора идти. Как скажете, мистер Дюмет. Сюда. Сам главное позвал, а и тут сразу нам пора идти. Конечно. О, а все-таки он здесь не один, однако. А я думал, это один маничелло будет. Мистер Дюмет нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри тут пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает.
Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? А что ты сделала? Ах ты ж черт! Что с ты тобой? Чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А че я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Вспомнила актерские курсы? Да, да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну а мы тут при чем? Я милая, а ты сумеешь хакнуть замки. Идем. Какое распределение обязанностей вообще? Отвертка и замок. Ну, неплохо так-то. Ага, осмотрите остров. Ну, осматривать остров мы будем в следующей серии, а на сегодня, я думаю, хватит. В общем, подписывайтесь на канал, ссылка для помощи в развитии канала в описании. Всем спасибо, ребята, всем пока.